Обратите внимание на то, как стоят стопы у Димы, да, то есть носками цепляются за края подножки, а пятка уходит вниз, да? Что получается? Получается, что они немного, вот если ровно поставить, да, как это нам так снять, чтобы коляска была понятна. Ну, надеюсь, что дальше, вам понятно. Дальше. То есть, получается, пятка опущена вниз. То есть, уже растягивается икроножная мышца, да, уже растягивается подошвенная поверхность стопы. Не нужно ставить ногу, особенно на начальном этапе, когда пятка здесь, да, и носок, ну, вот так. Это неправильно, когда нога вот так вот висит. Это неверно. Либо в прямом положении, ровно, да. Либо когда пятка опущена, вот как у второй ноги, вниз. Либо ровно, либо вниз. Но не вперед. Вперед это все. Там оно быстренько все это организм наш осознает. Очень быстро и все, и начинается вот эта вот балерина. Да. Причем очень быстро. Да. У меня было такое, мы растягивали, я покажу как сейчас. Мы покажем, да? Да, я думаю, что мы сейчас покажем. Да.